мы выходим уже второй раз вот сюда, к Белому дому. По поводу ситуации, сложившейся у нас в глазном отделении номер 1 национального госпиталя. Мы уже столько обговорено, вот сейчас к нам подходил, вот вы видели, нас вот попросил юрист, говорит, давайте отойдем, поговорим, сядем. Мы ему уже объяснили, что мы уже получили от них письмо. Он нас обвиняет в том, что мы не предупредили Минздрав. Уведомление в мэрию, которое официально оставляется, вчера это все мы сделали, они перезванивают Минздрав. То есть они вот сейчас якобы только узнали о том, что мы вышли на митинг. Зачем вы, говорит, вышли? Пойдемте, говорит, вон туда, будем разговаривать. Если вкратце, мы хотим вот добиться, в конце концов, справедливости и наказания. Наша заведующая была поймана с поличным. Вы все это читали, в СМИ видели, все эти сообщения. Ее даже водворили куда-то. Это не куда-то, числа? В ГКНБ посадили, АКС, и выпустили. АКС, мы потом прочитали из ваших же СМИ сообщений, мы узнали, что ее, она была поймана за вымогательство, такая статья была, ее поймали с поличным, якобы там все было законно достаточно, на всех основаниях. Через день буквально Иманбаева выходит, как ни в чем не бывало, на работу и продолжает дальше работать. Как это так? Мы живем в правовом государстве, и мы хотим выяснить, почему все органы соответствующие не обращают внимания на это. И мы писали в тот же Минздрав, вот стоит представитель, мы обращались и в Джугур-Кукинеш, мы писали, вот последнее наше, вот сейчас, минуту, я извиняюсь, вот наше обращение, вот мы, это уведомление, вот наше обращение. За подписями в 9 инстанций мы опять обращаемся и надеемся, что на этот раз хотя бы Иманбаевой не удастся избежать наказания, потому что за все предоставленные факты находятся ответы, находятся оправдания. И вот уже второй год мы бьемся и не можем добиться того, чтобы заведующая просто бы осталась врачом в отделении. Я написала заявление в прокуратуру, которая пришла в национальный госпиталь, изъяла все документы по организации реструктуризации. Вот. И наша контора практически осталась без документов на этот процесс. Всю реорганизацию до выяснения якобы обстоятельств и проведения комиссии временно отменили.